Спасибо вам большое. Господин Соболев имеет слово. Госпожа председатель, уважаемые коллеги. Основная аргументация сводится к тому, что нам всем нужен диалог. И мы, украинская страна, ожидаем этого диалога. Но мы ждем уже давно. Месяц-два. И диалог мы продолжаем все эти три дня. Не только диалог посвящен тому, как бы все организовать здесь. Мы даже встречаемся с господином Нарышкиным, спикером Российской Думы. Он участвовал в круглом столе. И те, кто участвовал также в этом круглом столе, сказали, что украинская хунта и так далее. Вы можете себе представить вот такое заявление? Государственный служащий высокого ранга, спикер Думы, он не признает наличие правительства, парламентариев, президента. И речь идет о диалоге. Якобы хотят диалога. Чего мы ожидаем со стороны российской делегации? Мы на самом деле ожидаем от российской делегации, чтобы они, например, извинились за присутствие своих войск по решению Госдумы. И они голосовали за то, чтобы войска находились, их войска, на территории моей страны. Тысячи убиты, десятки тысяч ранены. Многие покинули свои дома, очаги. За что мы можем кого-то простить? За то, что аннексировано Крым? Но все нам говорят, и не наши солдаты, и никого из наших нет, и так далее. Но поезжайте в Крым. Говорят, там нету ни раненых, ни убитых русских солдат. В чем, собственно говоря, вопрос? Кто контролирует сейчас 230 километров российско-украинской границы? Опять никто. А на самом деле это террористы и российская сторона, российские власти. А что такое гуманитарные конвои, которые все время проходят через эту границу? После каждого конвоя все больше убивают людей из российского оружия. И опять молчание и никаких объяснений. И вот это такой диалог идет. Но это не диалог, по моему разумению. Так диалог продолжать нельзя. Мы лично, мы, например, считаем, что если компромисс возможен и нужен, то мы должны действовать по фактам. Мы благодарны докладчику за конкретное предложение, но у нас есть предложение компромиссное через посредство поправок. Есть прекрасное предложение в течение 3 месяцев выполнить соответствующие задачи по Молдове, по Грузии, по Украине. В апреле мы тогда посмотрим. Если подвижки имеются позитивные, мы идем дальше вместе. А если нет, то тогда, ну, у организации должны быть принципы. Мы не можем менять принципы, потому что кто-то захотел кого-то убить. Спасибо.